Всем привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Понемногу обо всем». Сегодня я хочу приготовить желе из клубники. Это очень вкусное лакомство для всей семьи. Клубничное желе можно добавлять в любые десерты, выпечку, а можно просто намазать на хлеб, на булочку. Простой рецепт перед вами. Итак, дорогие друзья, ягоду я свою помыла. Здесь у меня 1 килограмм ягод. Плодоножки уже убрала. Нам нужно клубнику измельчить в пюре. Можно это сделать погружным блендером или с помощью мясорубки. Нам понадобится на 1 килограмм клубники 0,5 килограмма желейного сахара. Сейчас я все сложу в чашу, пробью. Итак, друзья, всю ягоду я пробила в блендере. Сейчас я вылью последнее. Дорогие друзья, ягоды я пробила в блендере, добавила на 1 килограмм ягод 0,5 килограмма желейного сахара. Сейчас я размешаю и дам сахару растаять минут 15-20. Итак, я поставила наше желе провариться. Варить я его буду ровно 3 минуты. Я его попробовала. На мой вкус показалось мне очень сладким. Я добавила сюда 1 столовую ложку лимонного сока. И сейчас вот проварю 3 минуты вот при постоянном помешивании. Банки я уже помыла, поставила их в микровеллу. Они у меня уже прогреваются. Так что сейчас я проварю варенье, разложу по банкам, и наше желе будет готово. Вот такое желе у меня получилось. Посмотрите, какое оно густое. А какой запах стоит, не передать словами. Горячее клубничное желе я разложила в стерильные банки. Как храним это желе из клубники? Я храню его в прохладном темном месте. Можно в кладовой или в погребе. Всем приятного аппетита, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, заходите ко мне в гости. До свидания.